Привет! Сегодня мы подготавливаем комнату ко дню рождения Мирославы. Еще месяц назад я заказала на Валберес набор шаров, их вроде бы было 145 штук, и подумала, что будет неплохо украсить ими всю комнату, чтобы Мирослава утром проснулась и увидела красоту. Правда, здесь мы еще не знаем, что конкретно будем делать с этими шарами, и их очень много. В процессе надувания шаров участвовала практически вся семья, плюс я позвала на помощь подружку Алину. По моему напряженному выражению лица видно, что я не в восторге от процесса. А тут еще кто-то и стаканы разбил. Так как у нас был прекрасный человек, который умел делать арки, решили делать из шариков арку. Где-то к середине создания нашей арки мы поняли, что неравномерно распределили шары, они все были разного размера, и получается так, что в начале арки больше всего больших шаров, а к концу, конечно же, немного не хватило. Но я могу сказать, что это абсолютно никак не испортило вид. Я сейчас вам покажу эффективный способ, как надуть и завязать шарик. Насосом так чинь-пынь. Алина? Самый эффективный способ, да. На самом деле, если бы не Алина, мы бы возились шарами гораздо дольше, наверное, часа 4, это точно. И то вряд ли бы мы собирали арку, скорее всего, просто бы побросали шары на пол. Я вообще-то думала, что я всех напрягу и все сделаю все, а я как бы ничего делать не буду. Ну что? Надули тут тоже. Два Димки тут дули. Это вот как раз стойки вот эти. Два Димки. Да? Да. Пока можно заценить такой промежуточный результат. Здесь нам арка казалась нереально огромной. Я уже выходила, а Бог как плакала, то есть я уже просто не могла. Пойду. Опять, да там когда шарозавязыватель. Это баба хоть. Собирает компромат вот какой-то, так потом голубая. Филитона нету больше. Да? Короче, вы думаете, что эта фигня вешается вот так на стену? Нет. Мы когда собирали, решили, что... Здесь уже идет завершающий этап. Осталось прицепить золотые звезды. Мы делаем это на скотч. Ну как мы, Алина? В целом получилось достаточно неплохо. Арку дочка заценила. Теперь у нас весь дом до сих пор в шарах. Далее я выложу, как Мирослава распаковывала подарки, как вообще мы отметили день рождения и вообще ее реакцию на все это. Подожди, с глаза.